Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня на обзоре новый скинец на... я не знаю, наверное, имба-героя, 8-биточку. Получил его, забрал. Не знаю, как вам будет слышно в бою. Но, конечно, офигенная анимашка и озвучка тоже поменялась. Скин реально топовый. Как по мне, реально огонь. Let's go. Поехали сливать. Сейчас вам батька надерет дубку, это не точно. Ну, как обычно, я бегаю с рандомщиками, поэтому тут по-разному бывает. Иди ко мне, бро. Станьте, дети, станьте в круг. Вот так вот 8-биточка помог. Блин, у него дамаг, конечно, обалденный. Красавчик, не забегай. Оу, щит! Это был батька. Ахаха, ну вот так вот, как-то так. Еще звездного игрока получили. Вы представляете, не со всеми рукожоп, как оказывается. Не все так плохо. Так, поехали. Что-то я не посмотрел, мы, по-моему, 19к уже где-то должны скоро перейти. Не слежу я. Вот так вот, по красоте. По красоте батька всех нагибает. Вот что-то я далековато выкинул. Ха-ха-ха. Просто избиение. Понятно все. А говорят, кидают ровные силы. Я попробуем еще разок. Ну поехали, просят. Поехали еще разок 8-биточкой жахнем. Ой, там жесткие пацаны. Тоже сейчас будет интересно, интересно. О май гад! Нас что? Ну, одного забрал. Я
А теперь начинается весь движничок. Нравится мне озвучка, вообще божественная. Ну почти. Так, убегай, убегай, убегай. Жестко, жестко, реально жестко. Так, тихо, ну не беги, куда ж ты бежишь? Да, веселый замесик. Че, поехали попробуем еще в шедашке. Вот 19.018. Идем на новый рекорд, короче. А, и надо было посмотреть, сколько нам осталось в сезоне дней. В этом сезоне я планирую апнуть. О, здравствуй, друг. Не беги, не беги, ну куда ты бежишь? Ну зачем ты туда бежишь? Уходи оттуда, блин, ну пипец. Не, нормально, ушел. Не, чувак, ты, конечно, красава. Но зачем так меня одного оставлять? Просто лучший. Как набили, так и слили. Ну, не знаю, шедашка это еще больше рандомчик, как по мне. Поехали в Бравл Болл забежим. Посмотрим, что здесь, может, заберем. Шедашка классная тема. Ну, блин, надо хорошего тиммейта. Ай, май гад! А мог уже бить давным-давно. Вы хотите сказать, что мы забьем еще? Оу, щет! Оу, щет! Как быстро! Как все быстро! Еще и жетончик забрали. Ну, конечно, 8-битка для этого режима. Какой нафиг может быть футбол? Но мы можем себе это позволить, даже футбол сбегать. В общем, не знаю. Мне скин реально понравился, как и, в принципе, все скины, которые есть. 8-битка реально огонь. Как он вышел, я не зря его сразу же качнул так нормально. Oh, no, no.
Правда, вот надо играть всеми. Ой, немножко я перестарался. Прям какой-то мафиозник мне туда немножко закинул. Жесткие типы. Ничего себе! Вы видали, что эти демоны творят? Прям жесткие типы. Ах, я мать идти. Ну, а концовка по-любому такая должна была быть. Без слива, знаете, это не видос. В общем, такой вот, ребятушки, видосик по Бравлу. Качайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.